Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! И сегодня мы продолжаем прохождение игры GTA San Andreas Definitive Edition. В предыдущем эпизоде мы проходили... Так, чем проходили? Мы стырили диджейское оборудование, целый альбом и так далее для OG Loke. И давайте посмотрим, что в этот раз он от нас хочет. Так... Сейчас немного ускоримся. И... Так, нам нужно как-то убить сейчас 1-2 минуты. Ну, что ж, давайте устроим просто какую-нибудь непонятную хрень. Так, нет. Но перед копами не так весело это делать, они сразу начинают как-то впрягаться. Вот, уже более на то похоже, старуха. А, это... А, Балус. Чё ему надо? Так, ладно, мы сейчас... Так, ещё 30 секунд. А, чёрт, я уже слышу этих чуваков просто. Я не знаю, если вы слышите их, как они орут. А, вот еще один придурок. Так, идеально. Ну, давайте начнем. Все, погнали. Эй, excuse me. Loke around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. Интересно, что за повышение. So? He's out back cleaning the fryer. Нихера себе повышение. Чистил сортир, теперь чистит немного другое говно. Все это в масле. Hey, what up, Loke? На самом деле, не представляю, как это... Не думаю, что это прям так легко делается. Работать с горячим маслом особенно. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real heavy. Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a Я до сих пор не представляю, зачем мы все это делаем для чувака, который работает в каком-то бургерместе, особенно уборщиком. У которого нет никакого потенциала. Мы для него, в принципе, стырили все подряд. И сейчас нам нужно еще грохнуть кого-то, чтобы у него что-то получилось. Что я не совсем понимаю, как это работает для нас. Well, I ain't mean, Dale. Listen, he gonna be attending some ball ceremony, and that's the only time he leaves dog side. Ну так, интересно, конечно. До сих пор в голове не укладывается, зачем мы все делаем для него. Ну ладно. Полагаю, мы делаем это в любом случае. Так. Так, это никто не видел. О, это было довольно близко, ладно. Может, нужно немного замедлиться, я полагаю. А, фига он быстрый. Так. С лопатой. Так. Погнали. А, блин. Вообще не вариант. Нам нужно его быстро остановить.
Так, это вообще не катит нам никак. Потому что нам нужно угнать у него машину целую. Так. Погнали по-быстрому. Идеально. О, мы даже не повредили ее. Короче, суть там, если ты повреждаешь машину в этой игре, извиняюсь, в этой миссии, то приходится ехать и чинить ее, а время довольно туго в этой игре идет. Не знаю, почему я называю это игра, это конкретно к миссии относится, потому что у нас лимитированное время, когда нужно притащить тачку целую, невредимую. Congratulations on your award. You must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Своего дилера. Дилер просто спонсор всех креативных вещей. Так, ладно, погнали. Сейчас будем тырить целого продюсера с его девушкой. Еще полиции столько вокруг. До сих пор не помню. По-моему, когда мы это делаем, у нас даже ни одной звезды не появляется. Что до сих пор не понимаю, как так выходит. Hey man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking a scenic route via the bottom of the ocean. Так, вот именно. Все, тырим ее и сматываемся. А, фига чувак быстрый. Он почти прямо в заднице торчал. Фига себе. Что-то не понимаю, потому что я жму на полный газ, но почему-то тот чувак гонит гораздо быстрее. Это было очень удачно, ребят. Так. Не, эти чуваки просто спрограммированы идеально, чтобы не дать нам нормально проехать. Так, и... У меня, кстати, сейчас вопрос будет один. Мы вот сейчас выпрыгнули из тачки, чтобы их утопить, да? Но заметьте одну вещь. Присмотритесь к тому, что нам пришлось... Так, сейчас угоняем быстро. К тому, что, если вспомнить, то мы открыли дверь, чтобы выпрыгнуть оттуда. И то есть, каким-то образом, эти все должны были... А, они что, еще гонятся с нами? Так, да вообще фигня полная, так не должно было происходить. Так, это вообще нам не катит. Как от них угонять-то нам? Я не знаю, зачем мы велик взяли. Так, ладно, сейчас разберемся. Я понятия не имею, как это выходит. Я не помню, что в прошлый раз и нам прям нужно было от них уматывать так. Именно после того, как мы совершили все делишки. Так, ну неважно. Офига, они близко. Так. Вообще... Что-то их вообще дофига просто. Так, вообще никак не планировали это все. Абсолютно не так все запланировано было. Все, мы от них удрали уже. Не совсем понимаю, что они... А, нам что, их всех еще грохать надо? Если да, то это задница полная, потому что у нас ни здоровья, ничего нет. И мы уже тут прокатали, не знаю сколько. Ладно. Так.
blame me, blame yourself. Вообще не вовремя с копами, конечно. Так, вот это вообще дерьмово, конечно. Их еще так много появилось, тут непонятно. Так, ладно. Давайте сначала используем нашу многоходовочку. Мы сначала пожрем, потом выйдем. Так, давайте сразу хапанем огромного. И думаю, все, хватит. Так, погнали. А, у нас тут коп рядом. Так, давайте сейчас гораздо быстрее с этим всем разберемся. Что-то очень странно как-то. Не припомню, что в прошлый раз нам нужно было так прям уделываться с этими чуваками. Так, уже двое есть, сейчас еще двое больше. И сейчас мы напоследок вломаем просто. Все пройдено, наконец. Можно теперь продолжать делать, что мы продолжали. Довольно назойливая такая миссия была. Так, ладно, продолжаем. Hey, fuck you, man! And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch! Hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Ну все, его уволили. If I'm going back to a cell, I want to have a big party. Хотя это можно было ожидать, что он не останется там долго. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds boom-bastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Я не знаю, какие девушки захотят пойти на это. Просто слушать его непонятные песни, я не знаю. Я, кстати, один вопрос. Все ли заметили, что он тырит прикид с тупака? Если посмотреть, то он реально тырит с тупака сам, весь аутфит. Ну ладно. Так, мы прошли эту миссию. Сейчас погнали к нашему копу. Офицер Темпенни. Хотя офиса на английском это не совсем прям офицер означает, это еще и типа, ну как на русском, типа сотрудник. И... Так, ответь на звонок. Hey, CJ, what up, G? Hey, Lo. Непонятно, что он звонит. We got a gang of crazy-ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. Не думаю, кто-либо захочет пойти на эту вечеринку, зная, что он там будет петь. Okay, I'm gonna come over right now then. А, ну, это уже другое обстоятельство, зная, что там микрофон не будет работать. Думаю, после этого можно и пойти. Hey, Carl Johnson, CJ, come on over here, son. Не знаю, мне очень интересно тот факт в этой игре, что эти два полицейских, Плавский и Темпенни, эти два сотрудника, они их играют актеры, которые оба были в фильмах Тарантино. Первый актер это, по-моему, Шон Пен. Ну, короче, чувак из Reservoir Dogs, он был в этом спортивном костюме таком, который был сын этого опасного бати. И второе, я думаю, никому не нужно объяснять, Сэмюэл Джексон, чувак, который играл просто в большинстве фильмов Тарантино, «Звездных войнах» и
Марвел фильмах и так далее. В общем, он везде был абсолютно. И каждый раз, когда он что-либо делает, это все время просто на высочайшем уровне. Довольно идеальный актер. Окей. Ну, думаю, для этой миссии мы отырим полицейскую тачку. Потому что я не думаю, что у нас прям есть позволение брать ее. Потому что мы не совсем похожи на сотрудника. Может, на оперативника какого-нибудь. Окей. Да, нам действительно нужно немного исправить наше рождение. Так. Подобрали бутылку. Но система показывает, как будто мы подобрали целую коробку. Целый ящик просто из 25. Так, нас сейчас назвали Crackhead, что означает бомжара. Ну и как бомжара, это типа наркоман. Так, погнали дальше. Просто идеальное вождение. Особенно на тусовку пригонять. Прям только так. И... привет. Так, в окно. Второе окно. Так, второе окно не получилось. Все идеально. И... о, вообще просто ровно. Так, также эти пушки более удобные. И еще один там. Шикарно. Вообще просто быстро уделываем всех. Сейчас там еще один чел. Привет. О, в него тоже попали. И можно продолжать, думаю. Интересно, а что будет, если у нас они все закончатся во время этой миссии? Я не знаю, потому что если они закончатся, то что тогда? Все идеально. Теперь с пистолетом погнали. Фига он дверь прохерачил. Я не совсем понимаю, что нам нужно делать в этом доме. Потому что, смотрите, логика такая. Он приперся и обкидал дом коктейлями Молотова, чтобы в этом доме все сгорели нахрен. И сейчас он возвращается обратно внутрь дома, который он просто сжег хренам, чтобы спасти человека. Не знаю, как вам, мне не совсем логика понятна. Потому что ему нужно было грохнуть всех, но в итоге получается, что ему сейчас нужно еще и спасать. Так, погнали-ка отсюда по-быстрому. Еще эти огни такие непонятные, кстати, стали в этой игре. Не знаю, вот часто их тушишь, но не совсем понятно, что происходит. Потому что они как-то двигаются в разные стороны тоже. Не знаю. До обновлений было как-то более удобно, я думаю, тушить всякие эти вещи. Ну ладно, давайте просто пройдем это. То, что я точно помню в логике GTA, оно все время тушится, когда ты просто идешь прямо. То есть, когда просто делаешь вот так. Тогда все тушится. Погнали. Так, пока еще не совсем понятно, как нам удалось все это сделать. Ну ладно, погнали дальше.
Так, а что насчет девушки? Так, похоже, мы должны создать особые условия там, чтобы она за нами пошла. Создали. И время уматывать. Hey man, I owe you my life. Мы сейчас, по-моему, только что пытались убить ее. I was nearly dead there for show. Идеально. Так, Сэмси. Yeah, а, тут что эти тупорылые баллы. Идеально. Просто лучше способа нет, как найти девушку, я так полагаю. Интересно, а если он захочет жениться на ней, то... Я так понимаю, если он захочет просить руки у родителей, он сначала отхерачит их дом тоже. Звучит как идеальная схема. Не знаю насчет вас. Так. Довозим. Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Okay, I'll catch you later, CJ. Дела, как видно, идут очень хорошо в этой миссии. Потому что, как ни посмотрите, у нас теперь даже есть девушка. Довольно интересно. И пора закругляться, я так понимаю. И погнали. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также напоминаю, что у меня есть выпуски на английском языке, подобных вещей. И если вам интересно, то, пожалуйста, просматривайте также. Всем спасибо и увидимся в следующем эпизоде.